Ой, как он с этим покемоном лазит. Что-то снимает. Давай на два сделаем. Вот, смотри, там 2 килограмма, 4 килограмма сбегу, 1,5 кг. Надо, наверное, ребяток будить. Ребята! Мы сейчас летим. 5 минут полет нормальный. Что, пора вставать, что ли? Да, конечно же, мы долго не спали, блин, вчера. Как кто это вертолет свой подложил? Ой, это ты подложил свои вентиляторы. Будет. Я чур буду печенье. Держи. Спасибо. Том, дай мне печенье. Нет, я тебе не дам. Я первый его заказал. Сам доставай его. Кевин, ты что будешь? Так. Ну, давай, например... Сэндвич. Держи свой сэндвич. Спасибо. Тиролик, что тебе дать, а? Дай мне мороженое какое-нибудь. Спасибо. Всегда пожалуйста. Купер, ты что хочешь? Я хочу вкусный круассан. Сейчас тебе дам круассан. Ребят, что вам? Что вы будете на завтрак? Я хочу какой-нибудь бутер с сыром и котлет. Держи, Матроскин, бутерброд, я не буду. Это что? Давай, жуй, давай, бутерброд. С мясом, блин. Я буду вкусное тако. Тако у нас тоже есть, держи. Спасибо. А вам приятного аппетита, ребята, если вы проснулись. Сейчас. Блин, что же купить на 100 рублей? Блин. Что же купить, Джерри? Вы что-то хотите купить, месье? Карл Яблоко. Да, я хочу какой-нибудь подарок Джерри купить. Какой день хотите ему купить подарок? Да прямо сейчас. Ведите меня в свой магазин. Опа. Извини, посиди пока так. Пошли в мой магазин. Игрушки от 50 до... Что ты будешь брать? Есть футбольный мяч. Футбольный мяч я не хочу, чего там. А вот эту клубничку. За 60 рублей недорого отдам. Клубничка красная. А мне нужно что-то желтое. На тему желтого у нас есть другие товары. На тему желтого цвета. Выберите цену. А я откуда знаю? Давай показывай, что на желтый цвет есть. Есть вот эта трещотка с мыльными пузырями. Отлично, беру, держи. Спасибо. Спасибо, Беззубик, ты мне помог. Ура, я купил подарок Джерри, ребята. Это трещотка. Она умеет трясти, смотрите. Ну как вам? С мыльными пузырями причем. Карл, ты что там за фигню купил опять? Ой, Джерри узнал, по-моему, мой сюрприз. Сейчас дам Тиролексу. Тиролик, спрячь пока, пожалуйста. Ну давай, сейчас тебя спрячу. Ребята, у нас есть в продаже игрушки.
игрушки. Если вы собираетесь сделать кому-то подарок, то можете купить у стюардессы что-нибудь. Мы что-нибудь возьмем у стюардессы? Матроскин, ты чего? Что мы у стюардессы будем брать? Хочу съесть клубничку. Ты и так уже бутерброд кушаешь. Я съем свою таку. Ну как тебе? Класс! И вы поставьте лайк, ребята, если вам нравится отрыжка Алекса. Какое вкусное печенье! Пойду в твердое что-нибудь. Получи. Ау! Я тебе хорошую, да? Подарок, значит, вручила. Ты меня бить? Никого я не бью. Это ты у нас лысый, Карл. Джерри, смотри, какая у меня клубничка. Ого, какая клубничка. Ты где ее такую выращивала, а? Я у Беззубика купил в магазине игрушек. Молодец! Летайте с удовольствием!